1 сентября у ребят из поселка Ильского состоялось долгожданное событие – открытие филиала детской художественной школы после капитального ремонта. Поздравить участников праздника прибыли почетные гости из Министерства культуры края, администрации Ильского поселения и Северского района. Дорогие дети, вам успехов! Учитесь, совершенствуйтесь. Сегодня ваше время. Сегодня самое счастливое время вашей жизни – поэтому я вам желаю успехов, благополучия. Огромное спасибо родителям тоже, которые, несмотря ни на что, вкладывают тоже в развитие своих детей, свою душу и сердце, любовь. Огромное спасибо педагогам сегодняшним, которые работают здесь. Очень хорошо, что мы вот в таком составе сегодня откроем еще раз, значит, уже отремонтированную школу. Свою деятельность Ильская художественная школа начинала в 1989 году с этого маленького здания на улице Первомайской. Сейчас это настоящая кузница юных дарований. Дорогие наши детки, вот как приятно вас смотреть, какие вы у нас юные, красивые, какие вы умницы, как вы подросли, я уверена, загорели, хорошо отдохнули летом. Но самое главное, что вы у нас такие бесконечно талантливые. Обязательно, пожалуйста, мечтайте о будущем, стройте смелые планы, поступайте в институты, в училище. Поздравив детей и родителей, гости прошли в обновленное здание и посетили кабинеты, где уже шли уроки. Ребята в школе учатся на трех отделениях – изобразительное искусство, художественное моделирование и раннее эстетическое развитие. Занятия проводятся в двух основных зданиях на улице Длинной и Первомайской, а также в четырех филиалах. Всего здесь работает 25 преподавателей, которые обучают больше 500 ребят.